Тайм, количество, цифр, записи, числа 2 в степени n в десятичной системе, числения, а теперь внимание, которые больше 4. То есть считаем только те цифры, что больше 4, 6, 7, 8, 9. Понятно? Давайте быстро сделаем такую табличку. N 2 в степени n и n равно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Можно, конечно, и дальше писать, но поехали. 1, 1, 0, 1, 1, 2, 1, 0, 1. Согласны? Отлично. Опять задача. Найдите сумму АН делить на 2 в степени. Почему у 256 двойка, а у 512 единица? У 256 двойка. Потому что 5 и 6, обе больше 4. А количество цифр? Количество цифр, да. Все понятно. Количество цифр, которые больше 4. Как записать, что такое количество цифр больше 4? Надо взять новую строчку. Сумму цифр числа 2 в степени n. Считать это не проблема, правда? 2, 4, 8, 7, 5, 10. Все понимают? 11, 13, опять 8, 7. А теперь вопрос. Умеете ли вы выражать АН через сумму цифр? Что значит цифра больше 4? Это значит, она не меньше 5, правильно? Да. Замечательно. Что будет происходить с такой цифрой при умножении на двойку? Есть. Переход в следующий разряд. Будет прибавляться к числу. Господа, мы берем сумму цифр числа 2 в степени n и умножаем ее на 2. Вот смотрите, есть такой способ умножения. Сначала каждую цифру умножить на 2, а потом сделать все переносы в следующий разряд. Так можно? Можно. Взяли число 2 в степени n. Каждую цифру умножили на 2. Замечательно. И потом сделали перенос. Что происходит при переносе в следующий разряд? Если было 10, то заменяется на единицу следующего разряда. Значит, если я вычту сумму цифр числа 2 в степени n плюс 1, то на самом деле я получу как раз ту самую штуку. Я получу удивительное число АН. А как это доказать? А это очевидно. Это совсем очевидно. Смотрите, вот была какая цифра? 7, например. Да. Умножили ее на 2. Да. Получили 14. Да. Но написали-то ведь не 14, а 4 и 1 следующий разряд. Именно. А как отличается 14 от 5? Надеюсь. Давайте проверим это здесь в каком-нибудь месте. Десятка, когда переносит единицу следующий разряд, превращается в единицу. Что теперь надо сделать для того, чтобы посчитать это? Да понятно, в этом разнице надо все поделить на 2 в степени. Получится 9 умножить на сумму. Здесь будет написано АН делить на 2 в степени. Сумма берется по всем числам больше или равно единице, да, у нас n начинается единица. Это есть, смотрите, что такое. Это есть сумма, интересно чего? Интересно, чего это будет сумма? Здесь будет 2 умножить s от 2 в степени n, разделить на 2 в степени n, минус сумма s от 2 в степени n плюс 1, разделить на 2 в степени n.
Смотрите, господа, я разделил на 2 в степени n все и просуммировал на всех n. Ну, пока что кажется, что у меня здесь бесконечная сумма, у меня здесь бесконечная сумма. Вообще, как? Смотрите, пожалуйста, что я здесь напишу. Я здесь напишу, когда n равно единице, отдельно слагаю. Это будет 2 умножить на s от 2 разделить на 2. Плюс сумма, когда n больше или равно 2. 2 умножить на s от 2 в степени n разделить на 2 в степени n. Минус по-прежнему сумма n больше или равняется единице s от 2 в степени n плюс 1 разделить на 2 в степени n. Вот. Теперь смотрите. Здесь n начинается с двойки, а n плюс 1 начинается с чего? Как вы считаете? С двойки. Потому что с того же самого. Да. Поэтому я сейчас совершенно спокойно вот это n плюс 1 заменяю на новую буквочку. И она уже будет бегать от чего? От двойки. Да. Я изменяю на букву m. Так, m это n плюс 1. Здесь вот я пишу m, а здесь я что пишу? На самом деле m минус 1. Так, так. И давайте теперь посмотрим, что у меня будет. S от 2, кто-нибудь помнит, чему равно? 2. Это 2, это сумма цифр записи числа 2. Отлично. Дальше, сумма n больше или равно, чем число 2. Сумма цифр числа 2 в степени n делить на 2 в n минус 1. Минус сумма, только n не больше равно 1, а больше равно 2, потому что у меня f это n плюс 1. Сумма по m больше или равно 2. S от 2 в степени m разделить на 2 в m минус 1. Господа, скажите мне, пожалуйста, сколько это будет? 2 это будет, конечно. Будет просто 2. Потому что эта сумма и эта сумма это строго одно и то же. Дошло? Uh-huh. Ну, может быть, я слишком формально это объяснял. Но забавная вещь. Получается, что это 2. И значит, вот эта сумма это сколько? 2. Не 2. 2 девятки.